Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset Info, и перед нами Realme C25Y. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве очистить хранилище от всякого мусора и ненужных файлов, если у вас телефон уже забился. Для этого мы заходим в приложение Files, которое по умолчанию предустановлено. Заходим в пункт очистка. После этого видим здесь разные варианты очистки. У меня их немного, потому что память свободная, у вас будет побольше. Можете писать в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго. До свидания.